Вынесен приговор в отношении бывшего начальника Южской колонии, который получал взятки за условно-досрочное освобождение осужденных. Установлено, что в декабре 2012 и феврале 2013 года в поселке Талицы начальник исправительного учреждения за организацию условно-досрочного освобождения двух осужденных дважды получил от посредника в качестве взяток 326 тысяч рублей. Суд приговорил Серова к 7,5 годам лишения свободы, назначил штраф 14 миллионов рублей и лишил бывшего руководителя колонии права занимать определенные должности сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.